Всем привет! В этом видео я покажу, как я скрепляю шоколадные шары. Шары на торте могут быть из шоколада или из глазури. У меня затемперированный белый шоколад. Аккуратно вынимаем шары из формы. Обязательно сниму подробное видео по изготовлению таких шаров с шоколада. Чтобы склеить шары, нам нужна горячая поверхность. Прикладываем полусферы горячей поверхности и чуть-чуть расплавляем. Далее аккуратно соединяем их между собой. Проходимся пальцем по стыку. Можно использовать горячую сковородку, нагретую тарелку или шпатель. Делаем все то же самое с другими полусферами. Готовые шары можно брать в сторонку или даже в холодильник. Здесь у меня полусферы меньшего диаметра. Мы проделываем с ними все то же самое. Аккуратно достаем из формы. Прикладываем полусферы к горячей поверхности и склеиваем между собой. Старайтесь работать быстро, и еще необходимо, чтобы в помещении была температура прохладная, около 18 градусов. Вот такой тортик получился. Шоколадные шары можно покрыть по желанию золотым кандарином.